Началась подготовка к празднованию Дня Победы. Каждую неделю оргкомитет обсуждает план мероприятий. Уже известно, что помимо традиционных митингов и парада, в Копейске впервые пройдет большая патриотическая акция. Бессмертный полк – это не коммерческая, не политическая, не государственная, а гражданская инициатива. Встать в ряды полка может любой гражданин. На 15 апреля этого года свои заявки для участия подали уже более 44 тысяч человек в разных городах нашей страны. Копейск впервые присоединяется к этой акции. Инициатором построения колонны выступило управление образования. Копейский городской округ присоединяется к общероссийской акции «Марш бессмертного полка». Главная идея данного марша направлена на увековечивание памяти своих предков, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ковавших победу в тылу над врагом. Идея заключается в том, что сегодня все меньше и меньше действующих, живущих ветеранов войны и труда. Но, наверное, память об этих великих героях должна жить у нашего народа и тем более у подрастающего поколения. 9 мая в 9:30 мы встречаемся все на площади Красных партизан, площадь, которая служила местом отправки на фронт в годы Великой Отечественной войны. И отсюда маршем с памятью о наших предках мы пройдем по Ленина и по проспекту Победы до места городского митинга у памятника солдату, где пройдет потом парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В основном в акции примут участие школьники. Однако ограничения по численности полка нет. Поэтому встать в колонну и пройти маршем могут все желающие. Задача проекта – сохранить в каждой российской семье память о солдатах Великой Отечественной войны. Желающим принять участие в акции нужно подготовить увеличенную фотографию на штендерах формата А3. Подробную информацию можно получить на сайте Управления образования Копейска.